Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка «Уралсиб» – это высокий процентный остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. «Уралсиб» – перспективы там, где вы. Друзья, в жизни часто бывает, что поступки людей вообще не совпадают с их мыслями. В этом номере мы с Мариной будем играть людей, а Зураб и Дмитрий – наши мысли. Соответственно, Зураб – мысли Маринки, а мои мысли будет играть Дима. Итак, представьте, под ваши аплодисменты, вечер в ресторане. Поехали! Ух, какая классная. Свободно? Да. Привет. Привет. Как тебя зовут? Анжелика. Вера. А тебя как зовут? Меня? Эдуард. Валера. Откуда ты? Я из Москвы. Из Рязани. А ты откуда? А, я, как и ты, из Рязани. Тебя угостить? Нет, нет. Да-да. Нет. Да. А что будешь пить? Ничего. И бутылку вина. Ну, может, чуть-чуть. Она даже не пьет. А трезвая тёлка со мной не пойдет. Он сейчас уйдет, и ты напьешься одна. Так мужика не найдешь. Ну, немножко вина можно. Официант! Здравствуйте, я Михаил. Да им наплевать. Послушай, Мишаня, а можно вина заказать? Мишаня у тебя в штанах. Я слушаю вас. Принеси-ка, Мишаня, бутылку просека для нас. Ой, а расскажи о себе, чем занимаешься ты? Ну, я продал квартиру, чтобы раздать все долги. Машину продал и мебель на распродаже. Дачу сейчас продаю. Ну, в основном продажи. А чем занимаешься ты, если не секрет? Ой, вообще не секрет. А у меня на самом деле на подходе мощнейший, грандиозный проект. Я собираюсь запустить марафон мечтаний. Он уже больше года в карте моих желаний. А, практически готов глобальный юзер-ресерч. Продумываем с девочками качественный трендовый мерч. Верим в успех всей команды и не боимся выходить из зоны комфорта. Просто не хочу говорить, что я год без работы. Что вы, хватит? Лей-лей. Хватит. Больше лей. Мужчина, ну, пожалуйста. Лей-лей. Ну, лей-лей. Окей. Я хочу сказать тост. Так хватит болтать, набухай ее в дым и тащи ее срочно в кровать. Ой, тост, это так мило. Хватит болтать, набухай меня в дым и срочно тащи в кровать. Спасибо Богу, что такую создал. Что ты сказал? Это все Бог создал? Смотри, я потею, как конь на стрипластике. И умираю на фитнесе, гимнастике. Каждый день лимфодренаж, гидропилинг, микротоки, эндосфера, лифтинг. Питаюсь безвкусной едой, без глютена. Ты знаешь, это просто хорошие гены. За тебя. За гены. Стих. Давай. Ты ангельский свет, ты сияешь в ночи. В ворота любви забиваешь мячи. Изо всех у меня в голове только ты. Ты амбассадор ягодичной мечты. За твою красоту еще по одной. По-моему, я уже немножко бухой. Пора бы уже что-нибудь закусить. Вы официант, меню принеси. Ой. Хорошо. Да иду я, че орешь? 5 минут не подождешь. Как ты бесишь. Ты упырь. Вот, извольте. Гнида. Вам и для вас. Овца. Мадам. Ну что, ты готова сделать заказ? Чего изволите, слушаю вас. Быстрее выбирай мне хреново чего-то. Дёрну уже черт сожрать по накоту. Может быть, курицу взять? За 1500? Быстрее. Или, например, салат. За 800? Скорее. Шашлык на углях. Темнеет в глазах. Бургеры взять. Зазвенело в ушах. Бифштексы за оленя. Сводит колени. Все, я придумал. Давайте пельмени. Прекрасный выбор. А вы что хотели? Сейчас, я даже что-то теряюсь. Посоветуйте что-то. Вы знаете, чтоб прям вот сесть и не встать, чтоб прям фонтан.
ее. А мы пока пойдем в караоке, споем. А вы знаете, у меня, кстати, изумительный слух. 13-12, тополиный пух. Тополиный пух, жара июня. Тополиный пух, жара июня. Ночи такие звездные. Ночи такие звездные. Ты пойми, что первые поцелуи. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей. Стей! Очень круто! Саня, продолжаем. Хорошо, хорошо, вот теперь мне хорошо. Если бы не эти двое, я б домой уже ушел. Вот, пожалуйста, заказ. Оплатите сразу счет. Сколько с нас? 4200. 19800. Для меня это не деньги. Я оплачиваю счет. Ни хрена себе. Сколько? 19800? У меня, знаете, как-то даже неловко. Ну, давайте, что ли, пополам. Ну, куда я лезу, дура? Пусть мужчина платит сам. Не-не-не, я всю сумму в состоянии отдать. Так, минус зимняя резина, продолжаем отдыхать. Ну, я даже не знаю, может, возьмите хоть рублей 500? Ха, между прочим, половина – это 9900. И еще не очевидно, что она со мной пойдет. Да и я не в лучшей форме, вряд ли секс произойдет. Ах, оставьте себе деньги ранним утром на такси. Тогда предлагаю хорошенько затусить. Лей-лей, ю-ю, лей-лей, ю-ю, лей-лей, лей-лей. Разрешите на танец вас пригласить? Я думала, вы не решитесь спросить. Вот моя вам рука, пойдемте тот час. Эта песня играет только для нас. Я скажу, вы танцуете прекрасно. Я чемпион Рязани по бальным танцам. Это заметно, вы чудесно ведете. А вы своими духами меня с ума сведете. Приходят на ум известные строки. Она в танце плыла, и ветра потоки, как кони неслись, закусив у дела. И травы полей она в ноги вплела, и платье порхало, как опахало, пока она вместе с весной танцевала. Осмелюсь спросить, это Пушкин писал? Нет. Это был Мандельштам. Может, продолжим беседу у вас? А как же они? Им прекрасно без нас. Да все люди имеют огромный изъян. Их мысли — Есенин. А поступки — Джиган. Ну что, крепостные крестьянки мои? Туркина, Верба, Попова, Синицкая уже окончательно закрепились на службе уголовного розыска. Почему мы сидим здесь и не занимаемся делом? Новая методика. Мозговой штурм называется. Нельзя штурмовать тем, чего нет. И в новом сезоне продолжит искать приключения на свои погоны. Опа! Команда! Виделись. Девушки с Макаровым. Новый сезон с 11 декабря в 8 вечера. Вот тебе почетная грамота. А может лучше премию? Премию на принтере не напечатаешь. На ТНТ.